Футбольный клуб «Уфа» приступил ко второму учебно-тренировочному сбору этого года в Турции. Мы все еще находимся в Белике, единственное, сменили отель. Ребята отдохнули и начинаем работать. До чемпионата осталось буквально вот несколько дней. Идем после тренировки от поля до отеля по бескрайним турецким просторам. Рашид Маматкович. Закончилась тренировка и началось. У одного карта размагнитилась, другой карту на поле забыл. Да, разговаривай. Все, да, погоди. Калач? Я наверх. Я тоже наверх. Игра закончена, но небольшая группа молодых игроков тренируется дополнительно. Объем надо набрать, объем. Давай, Леха, весь козельск на тебя смотрит. Пока ты после мэра занимаешь второе место среди популярных людей. Мэр Инстаграм не завел, так что я первый. До сих пор он на классиках сидит. Я готов. Опять локти. Калач, поставь. Да, быстрее только все. Вань, мне тоже этот барьер никогда не нравился. Ну что, Вань, прокомментируй действия Белинова. Что не так он делает? Все так. Сейчас посмотрю на удар. Давай пообъективнее быть. Пообъективнее быть. И сравненно. Прекрасно. Хорош, Саня, Валентинович. Николаевич, поди это, повтори вот сейчас, вот встань. Легко? Не, у Лехи был сложнее сейф. Это да. Сух, я здесь. Как не попасть, а? Второй раз. Хорош, Саня! Хорош, Фоль! Да,
почти пенальти. Я думаю, отобьет. Если он отбивает, Николаевич, ты 5 раз кувыркаешься, идет? Если нет, я один. Тащи, Вань. Верил в лошадку. Все, отскочи! Отскочи сюда! Ты, куда? Спокойно. Сам. Три. Не признаю. Значит, не из России. В Уфе есть такой кошкин лес. Да. Да? Я просто там живу рядом. Там знаешь, сколько кошек? Много, реально? А там волки ходят. О, смотри, там в ручки ловят. Вот пусть посмотрят, как мы летаем там. Поэтому наша вратарская школа одна из сильнейших, может быть, даже в Европе, и не только в России. Дарё. Ужины в отеле проходят при соблюдении строжайших санитарных норм. На входе проверяют температуру и выдают маски. Все очень серьезно. И в самом ресторане, несмотря на то, что вроде бы шведская линия, но повара самостоятельно накладывают пищу команде. Ну, неудобно, но сейчас такие меры, что с этим поделать.